К другим темам. Ровно 15 лет назад, в октябре 1999 года, на Хорегинском месторождении была получена первая нефть. Это месторождение крупнейшее в округе, первое и пока единственное континентальное месторождение, которое разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. Это соглашение заключено между французской компанией «Total Разведка-разработка Россия», норвежской «Statoil», российской «Зарубеж нефтью» и ненецкой нефтяной компанией. Как отмечают специалисты, технически это очень сложный проект, а его реализация имеет исключительное значение для региона. Доходы от проекта в виде прибыльной нефти являются весомой частью окружного бюджета. Сегодня добыча нефти в рамках Хорягинского проекта составляет более 10% от общего объема добычи нефти на территории НАО. 15-летие реализации проекта в НАО нефтяники планируют отметить добычей до конца года 15 миллионы тонны нефти на Хорягинском.